Всем привет, ребята! Меня зовут Ангелина. И добро пожаловать на мой канал. Сегодня я начинаю снимать свой первый большой влог из другого города. Я очень волнуюсь и очень неловко. Но я надеюсь, что вам понравится мое видео. И я не заброшу его снимать, смонтирую, выставлю. Все будет хорошо. Вот. И сегодня 5 августа, 21:50. Я начинаю собирать чемодан, потому что я лечу в Москву. Я никогда не летала на самолете, никогда не, получается, не была в Москве. И вот лечу первый раз. Я безумно рада и очень волнуюсь. Вот. Честно, не знаю точный порядок, как что делать, как снимать. Сейчас сзади меня огромная куча вещей и моя незаправленная постель, но ничего страшного, все будет красиво, когда я сложу в свой чемодан все вещи. Вот, вылет у нас с мамой в 11:30. И, как я уже сказала, очень волнительно. В аэропорту с мамой и скоро пойдем на регистрацию и полетим. Ладно, еще до полета 2 часа где-то. Вот перед тем, как ехать сюда, было небольшое волнение, но потом, когда уже тут приезжаешь в аэропорту, так спокойно и вообще нет волнения. Есть немножко такое искушение, но волнение как бы уже не особо много. Вот. Я прям очень этому рада. Так, мы с мамой уже в самолете. Сидим. Я сижу в окна, я так рада. Безумно. Безумно красиво. Господи. Мы будем лететь. Что? Я боюсь, кстати, высоты. Просто факт. Мам, ты рада? Мы прилетели в Москву, в Шереметьево. Здесь очень много людей. Очень много людей. Ну, просто кошмар. Москва.
нам нужно кинуть монеточку, чтобы сюда вернуться. Мама, доставай монетку. Давай. Смотрите, как светятся часы. Я хочу плакать, потому что здесь безумно красиво. Здесь безумно красиво. Я просто не знаю, куда деть свои глаза, потому что... Сейчас расплачусь. Здесь безумно красиво. Безумно. Каждый должен побывать на Красной площади. Я просто восторгнула. Представляете, мы сейчас решили сходить в место, где снимался сериал «Кухня». Я обожаю этот сериал, смотрела миллиард раз каждую серию. И теперь мы туда идем. Я в шоке. Я в шоке.이건 진짜 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 변명처럼 들릴 테니까 일단은 Вау! Что?